Привет всем, меня зовут Наумов Алекс, и сегодня снова я буду знакомить вас с песнями Филиппа Реннера из его нового альбома «Слава Твоя здесь». И следующая песня, которую мы разберем, называется «Цунами Твоей любви». Эта песня в тональности ми мажор. И начинается она с аккорда ми мажор. И вступление песни начинается с такой ходки аккордов. Вначале вы играете вступление, и после этого вступает вокалист. После куплета начинается бридж, на котором вступает вторая гитара, либо какой-то другой инструмент с гармонией фа диез минор, соль диез минор, ля. Очень важно обратить внимание, что здесь вы не играете обычные трезвучия, как бы фа диез минор, соль диез минор. Но в каждом из этих аккордов у вас открытая первая и вторая струна, ми и си. И фа диез минор вы играете именно с этими нотами. Также соль диез минор, ля мажор. И этот круг аккордов повторяется еще раз. После чего начинается припев, который начинается со слов «Слава твоя здесь». Также после этой части идет снова бридж, который состоит из трех аккордов фа диез минор, соль диез минор и ля. Но это вы уже можете играть в верхнем регистре. Вступает припев, который снова начинается со слов «Слава твоя здесь». После того, как вы сыграли каждую из этих частей, идет третья часть в песне, которая начинается со слов «Я хочу больше». И здесь вы начинаете играть гармонию, которая начинается с ми мажора. Дальше идет си мажор. До диез минор. И ля. Повторю, ми мажор, си, до диез минор, ля. Всего в этой песне три части, в каждой из которых гармония немного изменяется. Но ваша задача всегда помнить, что каждый аккорд, который вы играете, должен содержать открытые струны ми и си. Именно это даст большую полетность песни и другое настроение, нежели вы будете играть лишь только трезвучиями. Есть еще одна партия, которую я играю в бридже, то есть в части перед припевом.
когда мы играем фа диез минор, соль диез минор и ля. Там я играю следующую партию. И она уже идет на каждый такт вместе с аккордами. И когда мы вступаем в припев, я перехожу на верхнюю партию, где играю на 12-м ладу нота ми и си. Впрочем, это все по этой песне. Смотрите другие мои видеоматериалы. Желаю вам успехов и будьте благословенны.